Усовершенствование работы для удобства участников. Тестирование нового алгоритма реферальных начислений в системе EDINARCOIN прошло 6 декабря. Официальный релиз на сайте криптовалюты сообщает, в скором времени первый этап по оптимизации в системе будет завершен, и все начисления поступят на кошельки пользователей в полном объеме. Дополнительное тестирование по усовершенствованию нового алгоритма завершится 15 декабря.